Вы находитесь в полной неопределенности. Значит, вот вы можете прекрасно себе что-то воображать, и через секунду мир, понимаете, засияет яркими красками. Вот, это все говорят, что кирпич на голову попадет. Это не смешно. У нас в Питере вот это, кто не ходит, все время кирпичи на голову падают. Все обрушается. Сосульки. Сосульки — это другое. Кирпичи. А, штукатурка отваливается. Все отваливается, да, к чертям. Да. Вот. Значит, это что такое? Это ты думаешь, что у тебя все, ты все понимаешь, все представляешь и так далее, и ты не знаешь. Понимаете, особенность неприятностей, что они приходят всегда не там, где ты ждешь. То есть ты боишься, значит, что тебе изменят, понимаете, а тебе уволят с работы. Ты боишься, что тебя уволят с работы, а тебе изменят. Ну, все пойдет вот через дни. Поэтому, дорогие друзья, неопределенность — это факт. Будущее — это всегда неопределенность. Это всегда какое-то пространство вероятностей, как могут развиваться события. Но вы можете влиять на пространство этих вероятностей, точнее, влиять на те вероятности, которые будут выигрышными. И это не значит, вы можете сделать, понимаете, вот когда играют в эти все игры, там, это покер там, и так далее. Это же такая, типа, интеллектуальная, я не понимаю. Но, значит, и они говорят, можно сделать правильный ход, а потом, ну, выйдет не та карта, с вероятностью какой-то. И вот вы вот даже можете правильно поступить, и можете проиграть. Можете поступить неправильно и выиграть, да? Но есть вероятности. Если я сижу на диване, значит, смотрю в потолок или в телефон, вот, и только отрываюсь, у меня сразу мысль: «Боже, какой ужас, все, конец, будущее неопределенно», то, слушайте, вы точно работаете на те вероятности, которые приведут в полную... Я сегодня как-то все время хочу плохими словами говорить. Настроение такое.